Я вот здесь слышал, кстати, выступление Александра Колпакиди, обращенное персонально к Максиму Шевченко, и я хочу его в этом смысле поддержать. Мне кажется, что Максим Шевченко эту кампанию провел крайне неудачно. Команду, которую он собрал, оказалась пшиком. Он заявлял, что он позвал под свои знамена лучших людей страны. Но что это за лучшие люди, мы увидели хотя бы по дебатам, в которых участвовал господин Кукушкин. Абсолютное интеллектуальное ничтожество. Если это лучшие люди страны, ну тогда что говорить о худших людях страны? Поэтому, мне кажется, пока не поздно Максиму покаяться, отменить регистрацию своей партии на выборах, то есть отказаться от участия в выборах и призвать сторонников левой идеи голосовать за КПРФ. Так что вот так вот. Но это уже выбор самого Максима, с тем, чтобы потом было не стыдно смотреть людям в глаза. Поскольку, мне кажется, он просто заигрался, но переоценил свои силы, и, к сожалению... Он, да, многие вещи говорит правильно, с ним согласны многие люди. Но, понимаете, одно дело говорить, другое дело реально участвовать в политическом процессе, реально иметь команду людей, с которыми ты способен, и просто болтать, а что-то делать. Но у Максима не получилось. Не получилось.